вырываются. Можно, конечно. А? Конечно, мне они не нужны. Что нужно? Как хотите. Это уже на ваше усмотрение. Жечь, не жечь. Это мы тоже запишем, пожалуйста. Запишу, запишу. Я не знаю. Можно телеграм мне отправлять. Мне Андрей установил диктофон. Андрей? Потом. Андрей. Так в телефоне проще. Смотри, дай хожу. В телеграм. В телеграме. Просто видео записать. Нет, смотри, видео много, а смотри. Это мне надо держать. Ничего не надо там держать. Открываем телеграм. Возьми ее телефон и делай. Только не усложняй мне, а то я запутаюсь сейчас. Где я у тебя? Ну где ты, найди. Как я у тебя могу найти? Ты Андрей, там Андрей, ты все. Сейчас узнаю, как ты в нее записан. Да. Как это? Бесплатный секс, да? Это жена. Вот так вот нажимаешь и вот сюда вот поднимаешь. Вот он, потом пишет. Вот он записывает. А потом, когда закончил, просто нажать вот так вот. И он отправил. Еще раз нажимаешь. Поднимаешь наверх. У меня не получится, я зарегистрирую. Все, вот начал записывать. Отправляешь. Просто? Сейчас я мне себе запишу, как ты, а тебе как получится. Можешь, да? Да. Так, вот это вот твой, да? Все тихонько, тихо ставлю. Вот этот? А мы уже дали легкие? Надежда. Да, вот это твой, да? Да, и именно вверх, вот где подписан. Можешь, можете сюда вот складывать, и я потом... А что, вот так лучше? Хоть как. Как вам удобно. Так, смотри, что касается тебя. В твоем мире вообще нет мужской энергии. То есть ты все сама. Я все сама, но вот мне сказали, что это вот красное. Я говорю, да, мягкое. Ты не признаешь то, что тебе кто-то говорит, для тебя это не имеет авторитета какого-то, не авторитарно. Есть несколько людей, которые тебе действительно, к которым ты прислушиваешься, но ты прислушиваешься только лишь тогда, если ты чувствуешь, что тебе это помогло вот как с первого раза. Вот быстро что-то такое. Если это нужно делать что-то долго, ты долго готова слушать каких-то определенных людей, долго готова делать какие-то действия, которые повседневные, ты можешь их делать, прям годами можешь делать. Но если тебе нужен какой-то результат, ты не будешь смотреть. И твоя жизнь, она просто вся в углах. В углах? В углах. Вот ты постоянно в своей жизни ищешь пятый угол. Все время. И у тебя все время кто-то где-то как провоцирует тебя, по твоему мнению. И ты вот эти вот углы тебе не необходимы, чтобы душевно прореветься. Скажите там Галине, чтобы она это потихонечку. Или дверь закрыла. Вот. То, что касаемо финансов, они у тебя... Есть, но вот чтобы вот хватало на базовые какие-то потребности. То есть они не выходят за базовые потребности. И у тебя как бы нет к этому какого-то желания. Но у тебя есть желание к свету, как ты его понимаешь. Но ты его очень четко ограничиваешь. То есть вот это вот хорошо, вот это плохо. Вот здесь вот я буду делать, а здесь нет. И твой дом... У тебя как такового дома нет. То есть у тебя есть дом, где у тебя лежат вещи, где у тебя можно зарядить, где у тебя есть зарядник. Но дом, он для тебя пустой. Ты там не отдыхаешь, у тебя нет там душевного тепла, у тебя нет там... Это не твое место силы. Он абсолютно пуст для тебя. Это то, что ты нарисовала. Так, следующий это вот этот. Вот это, да? Андрей, твой? Да. Так, вот такой вот. Давай. Тебя.
Ну, вообще могу сказать тебе, что тебе, да, тебе не хватает очень, не хватает, а в тебе очень много женской энергии. Женской? Женской, которую ты закрываешь с двух сторон. Ты ее боишься прям проявить. И вот это вот мужское, все вот эти вот, я сейчас буду с парашютом прыгать, я сейчас буду там по воздуху ходить, я сейчас буду без парашюта прыгать, вот. Это именно потому, что ты боишься проявить то, что есть в тебе очень много женской энергии, которая будет сглаживать вообще все углы в твоей жизни. И как только ты ее откроешь, она у тебя прям вот эта вот женская энергия, как только ты ее откроешь, у тебя прям накладывается энергия, энергия такая, как добра, и вот через какое-то не социальное добро, а именно вот какая-то благость. Вот эту вот энергию берешь из благости. Если тебе кто-то подойдет, какой-то человек очень классный, очень богатый, очень мощный, там что-нибудь там, вот какой-нибудь очень крутой, но ты будешь знать, что он чухня полная, ты его никогда не будешь слушать. То есть ты возьмешь какие-то точечки от него, крошки какие-то возьмешь, которые тебе нужны будут, но ты его за авторитет не будешь считать, если он для тебя по твоим параметрам не хороший человек. Ты с ним никогда не будешь. Дом – это твое место силы. Но дом у тебя, в твоем понимании, он есть только там, где есть деньги. Другого варианта для тебя нет. То есть, если денег нет, то ты считаешь, что это не дом, и ты потерянный становишься сразу же. Ты абсолютно сразу теряешься. То есть тебе нужно четко понимать, что ты заработаешь всегда, везде, в любой точке мира, в любой стране, есть у тебя что-то или нет, ты все равно заработаешь. Тебе это прям необходимо знать. И тогда у тебя идет соединение между деньгами, между твоей экологичностью и мужским началом. Ну, в этом рисунке ты семью не показал, но дом у тебя как место силы. Ну, как вот как таковой, как семьи, ты здесь не прорисовал. Тебе нужно вскрывать себя. Так, можно сразу? А можно? Давай. А так ты не выключай или как там? Так. Тебе очень важна мужская энергия, чтобы она была рядом с тобой. Но мужская энергия, она в твоей жизни, ее маловато, как бы не было у тебя сыновей, мужей, но тебе ее маловато. Она тебя очень часто режет по твоему восприятию. То есть кто-то тебе что-то не так сказал, а ты воспринимаешь это и как какую-то там, как осколочек. Тебя очень-очень просто ранить. И за счет того, что ты, за счет того, что тебя очень просто ранит, ты стараешься вывести весь свой образ жизни на позитив. Не то, что у тебя все хорошо, и это хорошо, и это хорошо. А ты с каждого момента прям выкручиваешь это на хорошо. Искусственно, не искусственно, прям все время выкручиваешь. Твоя сила, дом — это вообще твоя сила. И в твоем доме у тебя всегда очень близко, очень рядом твоя семья. Для тебя это прям важный момент. И твоя семья тебя окружает везде. Это что касаемо финансов. Если там куда-то ты поехала, еще что-то, то семья рядом. То есть либо ты можешь на них положиться, если с тобой что-то случится, либо ты ездишь с ними. То есть у тебя с финансами всегда идет именно семья. В семью может входить там и дети, и мужья, и те люди, которые тебе близки, которых ты считаешь как семья. Но вообще ты сама вся развиваешься, практически вся на своей энергии, на женской. У тебя очень мало. Вот энергию, откуда ты берешь, точно нет мужчины.
Ты берешь от людей, которые для тебя авторитетные. Авторитетные в том смысле, что тебе нравится, как они высказываются, тебе нравится, что они говорят, это резонирует с тобой. Ты прислушиваешься, переформатируешь это в себя и наполняешься. Наполняешься собой, когда ты себя видишь, какая ты. Ты наполняешься какими-то... Ты можешь наполниться просто добрым каким-то фильмом. Если тебе фильм понравился, ты можешь от этого уже испытать кайф. А дом твой четко... В твоем доме ты сердце дома, ты женская энергия, и рядом пустота. Мужскую энергию в своем доме ты вообще напрочь не прорисовала. Но не то, что ее оставила, закрасила чем-то, что тебе нравится, а просто вот ее оставила пустой. Ее можно заполнить. Ну да, у меня вот эти белые пятна остались. Никак они не закрашивались. Их можно закрасить. Это откуда-то надо взять? Это из себя ты возьмешь. Тебя из себя. Да, это все у нас только в себе. И чем больше ты познаешь себя, тем больше ты освобождаешь пространство вокруг себя. Ты убираешь оттуда хорошо и плохо, мужское, женское. И даже семья, она как бы становится где-то рядом, но твой путь, он становится таким, как свободным, что ли, от всех критериев, от всех каких-то социальных парадигм. Вот ты куда-то туда идешь. Моё. Вот так? Так? Хороший вопрос. Вот так, да. Классно. Очень. Это потом выложите. Тебя ничего не видно. Никого нет, не видно. Чтобы нет. Еще раз прослушать. Ну, это в открытый доступ выложим. Ну, стоять. Да. Это же важно, где вверх, где низ. Ну, вообще я смотрю изначально, где вверх, где низ, но потом я пересматриваю по-другому. А вот ты говорила, круг, квадрат и треугольник. Это что? Круг это? Это я сказала для вас, чтобы ваше тело, чтобы ваш ум отвлекся на это. А, понятно. Вот с этого надо было начинать. А так это не имеет значения. Да, я просто говорю, как сейчас оно есть. У тебя, Андрей, ну ты вообще полностью устремлен в свое развитие. Да. Прям вот тебе вообще все по боку. Что, как, вот там будут, если у тебя ходить вокруг тебя толпы красивых девушек. Ты их будешь фотографировать, отсылать им фотографии, и все, я до свидания, я поехал. И у тебя прям какая-то, у тебя прям дорога. У тебя дорога. Очень яркими, дорога с яркостью, с какой-то, с яркими людьми, или же, то есть ты прям себе платформу сделал такую, она как космическая платформа. Что значит космическая платформа? Это то, что непонятно умом, вот, и ты прям себе такую платформу делаешь, и эта платформа, как правило, люди, то есть ты себе сейчас создаешь тех людей, то общение, которая тебя вскрывает, чтобы тебя выбросить. Дома как такового у тебя нет. То есть у тебя здесь вообще вот много стран просто. Вот, много стран или много городов, много регионов. Вот что-то такое, где ты будешь вот этим вот наслаждаться. Что касаемо денег, у тебя будет хватать денег на поездки. То есть ты не... Вот на данный момент ты не выскочишь какие-то миллионеры. Но тебе будет хватать то, к чему ты идешь. И у тебя вот, у тебя прям вот поднимается вот эта вот, вот эта яркость того круга, где ты начинаешь быть. Можно показать за стрелкой?
А вот не совсем понял про платформу и людей, которые меня поднимают куда-то. Ты начинаешь себе, у тебя получается, что вокруг тебя, ты куда-то ездишь, вокруг тебя появляются люди, которые выходят за пределы ума. То есть, которые, ну, какие-то, может, необычные, может быть, какие-то не совсем как по социальной программе живут. И ты через них собираешь себя, что может, а еще вот это может человек, а еще вот так я могу увидеть, а еще вот это вот я могу сделать. То есть ты, если раньше думал, что вот так вот смотришь на другого человека, о, оказывается, так можно было, так вот, значит, я тоже могу. И раз, и туда дальше. Ну, прям описание, вот то, что сейчас и есть в моменте. Я как раз сейчас еду путешествовать, я меняю свое окружение. Угу. Я понимаю, что сейчас хочется идти именно в развитие, в расширение себя. Угу. И девушек фотографируешь, отпускаешь, да? Ну, кстати, насчет девушек не знаю, что я особо никого не фотографирую. Ну сколько? На одной лодке только 5 человек. Новое окружение. Да, благодарю. Угу. Так, это твое, да? Смотри. Ну, ты сейчас вообще... Ты вообще не хочешь возвращаться в тело. Ну вот напрочь. Ну вот ты где-то... Вернули только что на хвостях. Вот в своих каких-то процессах, и они никак не коррелируют с социальной программой. То есть ты себе что-то придумала, и ты себе не просто придумала, ты создаешь себе свой мир, которого не существует в общепринятом понимании. И для тебя вообще без разницы, это ты, это энергия или это дом. Для тебя это вообще единый процесс. Ты — энергия и дом, ты есть энергия, ты есть дом, и ты есть ты. Вот на данный момент, что у тебя существует. Все остальное, что с тобой происходит, это все, что происходит в социуме, это только касаемо денег, что тебе сейчас интересно. И эти деньги ты... их расходуешь на земные дела, которые к тебе не относятся. На какие-то земные потребности, земные проекты. И все. И больше в твоей жизни на данный момент больше нет ничего. Тебе не очень интересны друзья, тебе не очень интересны подруги, мужчины, женщины, какие-то путешествия. Ты вся в себе. То есть, если ты поймешь, что твоему телу нужно быть вот в этой точке, ты будешь в этой точке, ты там возьмешь силу в этой точке, и там, в этой точке, где ты возьмешь силу, на тот момент будет твой дом. И все, что происходит вокруг, ты будешь четко понимать, что это все вокруг, это все не ты. Вот то, что есть сейчас, на данный момент в твоей жизни. Так, а вот то, что я рисовала, гвоздей, и потом на гвоздях меня вроде бы. Ну, это будет до гвозди. Нарисуй еще один, если так хочешь. Это до гвозди рисовала? Да. До гвозди рисовала. Вот, представляешь, значит, до гвозди не хотела. Это чей? Так, это чей? Это мое. Твое, да? Угу. Шами. Угу. Ну, ты вообще куда-то в космос полетела. Дом для тебя вообще не имеет значения. Дом у тебя это как такой перевалочный пункт. Он для тебя яркий, у тебя там очень достаточно много моментов прошло. Дом связан с семьей, но семья не в доме, а дом связан с семьей. Энергию ты берешь из сердца, если ты чувствуешь, что это приносит благо кому-то через тебя, то ты прям этим живешь, ты это собираешь. Но все, что отходит от энергии, которую ты себе получаешь, из этой энергии, когда ты можешь помочь кому-то через себя, то есть дать себя кому-то, свою частичку,
Это тебе приносит финансы. Это тебе приносит экологичные какие-то знания, экологичные новые какие-то восприятия. Это тебе приносит в своем кругу какую-то даже известность. И у тебя получается, что ты вот куда-то пойдешь, либо ты с мужчиной пойдешь, либо ты за мужчиной пойдешь. У тебя в жизни, я не знаю, есть у тебя сейчас мужчина или нет, но значит он появится. Это будет либо твой спутник, либо это будет твой друг, с которым вы будете рука об руку, куда-то вы пойдете прям вот так. И он будет не так далеко от тебя, от этого времени. И у тебя есть еще такая тоненькая ниточка, связующее звено, как, знаешь, как она прям тонюсенькая. Но я так могу предположить, как с мамой проходит через сына, и она прям отпускается через какую-то экологичность. Но это всегда будет в твоем сердце, это всегда будет тебя поддерживать. Вот, и ты как прожектор, ты будешь как прожектор светить. Я не пойму, что со мной не так. Вроде делаю много всего, чтобы как-то улучшить ситуацию. Но получается все равно какой-то провал. А почему провал? Почему это не глубина? Почему ты не думаешь, что ты через эту глубину проходишь к себе? Так, судя по. Потому что я все не там, да не сям. А почему ты не там, не сям? У тебя все в одном. Ты есть энергия, ты есть дом. Это одно из самых ценных, что есть. У тебя все в тебе. Тебе не нужно где-то через что-то брать. Ты можешь в себе это активировать. Ты можешь в себе эти все процессы запускать. И это не хорошо и не плохо. Это другой способ. Кто-то берет от путешествий. А если его лишить путешествий, то ему будет тяжело. У тебя нет этой проблемы. Кто-то берет энергию, силы, желание жить от мужчины, от женщины, от близких людей. У тебя этого нет. И это тоже прекрасно, что ты вне зависимости от этого. И почему это не так? Потому что это не как у всех. Это же замечательно. Это тоже замечательно, как и у других. У каждого свой путь. И когда ты идешь своим путем, тебе очень... Это же стопроцентная ответственность на себя, за себя. Когда ты понимаешь, что если с тобой что-то случилось, это не тот виноват и не та виновата. А это всегда я только сотворяю. Я сотворец самой собой. Ну, может быть, после гвоздей ты и вернулась в тело? Я не знаю. Вот Ринка говорит, что вернулась. Я ж просто пока по рисунку смотрю. Рисунок был то гвоздей. Может быть, ты и вернулась. Я просто говорю, какая у тебя есть... Это те точки, которыми вы можете пользоваться. Это та сила, которая есть на данный момент. А в такое бы тело я бы вернулась. Так, это вот так, правильно? Нет, вверх круг. Вот. Нет. Вот так. Но у тебя вообще все, что было до, это все было прошлое. Вообще, вот все, что ты рисовала до, это вообще в твоем рисунке, в твоей сейчас жизни, которая есть. Оно не имеет вообще никакого отношения. А до чего? До того, как ты нарисовал этот рисунок. То есть это не имело значения? Вот сейчас на данный момент уже не имеет значения, да. Ты его нарисовала вот там вот, что как бы обозначить, ну вот было вот так. Вот, это тело нарисовало. То сейчас тело, ему не нужно этот опыт, он не будет на это опираться.
Ему неинтересно это тот прожитый опыт, даже для него неинтересен, потому что сейчас он, вот сейчас в тебе, в тебе есть максимум мужской энергии, а сила твоя, от которой ты заряжаешься, в женской энергии. И ты с ими соединяешься в своем доме. То есть тот дом, который у тебя есть, это на данный момент прям твое место силы. И когда ты приезжаешь в дом, все, что вокруг тебя происходило, ты это как собираешь, как аккумулируешь в этом доме. И идешь с новыми знаниями в следующую себя. Но куда ты идешь, ты очень четко обрисовала неизвестность. Неизвестность как через страх, который ты все время преодолеваешь. У тебя нет такого ощущения, что ты можешь идти куда-то в легкости. Это ты сама себе создаешь. Ты все время идешь в неизвестность, тебе все время страшно. И ты как будто все время себе пытаешься обрубить, но обрубить невозможно, потому что у тебя прям туда направлена сама ты. И когда ты идешь и проходишь этот страх, ты поворачиваешь голову и видишь свет. Очень четко обрисовала. Поэтому что бы ты ни сделала, куда бы ты ни шла, всегда иди. А та сила, которая есть, которую ты заряжаешься, она всегда эта сила с истинными знаниями тебя. Это не с информацией, не с информационным полем, а именно с теми знаниями, которые распаковываются в тебе. И поэтому это действительно твоя сила. Поэтому не бойся, иди. Так. Вот так? Да. Люба. Ну, вообще в тебе вообще очень много чистоты, такой искренности звенящей, но ты ее боишься кому-то раздать. Ты прям боишься поделиться собой. И вот я вроде все знаю, я вроде все могу, я могу и помочь, я могу там что-то сказать, подсказать. Но я промолчу. И ты все время боишься выйти из своего дома, из своего домика. И этот дом может быть даже не физическим. А твой дом, он именно тот, который ты прорисовала. И вот в этом доме ты его такой себе сделала. То есть это ты сюда поставила те краски, которые фееричные. То есть ты в своем доме, когда ты сама с собой, ты прям феерична. Ты знаешь, как вот это обстоит, знаешь, как вот это, как выйти из этой ситуации. Ты знаешь, что с тобой происходит. И все эти моменты знаешь, но они всегда остаются в твоем нарисованном доме, то их ты наружу никуда не выносишь. А наружу никуда не выносишь, возможно, еще потому, что весь твой дом, который ты придумала, он как бы со всех сторон оберегается или закрывается твоей семьей. Если у тебя есть семья, то, скорее всего, они не понимают, что ты делаешь. Они с тобой не на одной волне. И ты им особо не хочешь рассказывать, чтобы не отдаляться от них. Но они прям у тебя, прям со всех сторон стоят и поддерживают тебя, чтобы ты никуда, не дай бог, не улетела, не отлетела совсем. Что касаемо финансов, у тебя с финансами вообще все хорошо. Прям тебе вот то, что ты захочешь, то у тебя и будет. Если ты хочешь этого, ты все равно больше, чем квартира. У тебя никогда не будет то место, где физический дом, он никогда не станет твоим домом. Ты никогда в него не уместишься. Поэтому вот в твоем случае твой дом – это то, что больше квартиры, это то, что больше физического объекта. Так что даже если я куда-то съеду, то там не факт, да? Да, ты лучше раскрывайся сама, выходи из своего домика сама.
проявляйся. Разрешай кому-то не любить себя. Разрешай, чтобы кто-то не принимал твой образ жизни. Разрешай, чтобы кто-то не понимал, как ты живешь. Это их право. И просто не перетягивай это на себя одеяло. Это не твое, это всего лишь их. Какой. Это что-то покрасивое. Наташа, сейчас я ее... Только наверх ногами надо. Вот так. Вот так надо, да. Да, вот так. Подождите секунду. Все. Записи будет, но вы на ютубе не будете. Да, шедевр. Шедеврально. Ну, Наташа, вообще, ты за собой тянешь весь дом. То есть, ребят, у меня новая идея образа. Давайте вот сейчас вот это вот. Ты как такой вот, а давайте вот это. А давайте купим воздушный шарик. Давайте надуем его и отпустим. А зачем его отпускать, а нафиг он нужен? Вот это вот про тебя. И у тебя вокруг... Вокруг тебя, в голове у тебя, везде. Вот это вот, вот я про это знаю. Я вот это подскажу. Я вот здесь вот почитала. Я вот это вот еще. И у тебя вот здесь вот, вот у тебя вот все как это бурление. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ты на чем-то одном остановиться не можешь. Для тебя это мало. Ты кажется, если я сейчас остановлюсь вот на этом, то вот это вот убежит, это потеряется, про это я забуду, это еще что-то. И у тебя миллион задач каждую секунду. Тебе все нужно прочитать, тебе нужно все исследовать, тебе нужно все проверить, тебе нужно все это попробовать, все вот это вот, все, каждое вот досконально, вот все. Это же интересно. Все интересно. Причем в твой дом, он как бы, он полон. У тебя тут и дети, и мужская, и женская энергия, и родительский дом, он прямо, ты его тоже тянешь, ты его не отпускаешь, не дай бог куда-то родители без тебя там скажут, что мы переезжаем в другую страну, Наташа, мы не увидимся год. Да в жизни такого не будет. Ты страну к себе домой привезешь тогда. Все, что касаемо финансов, твой дом всегда в достатке. Нет такого, что там провал куда-то еще, в голове может быть хоть что, но провала нет. То есть ты всегда в финансовой достаточности, это всегда есть. И вот у тебя здесь есть не твой фееричный проект, который делает мужчина. Возможно, это твой муж. Возможно, ты в него так веришь, что он может сделать этот фееричный проект. Сделает он его или нет? Я не могу сказать, но он у тебя прям идет, что ты прям веришь, и он как в будущем, не в таком и далеком, если так говорить, не очень далеко. Не твой проект. В смысле, я как не хочу в него вовлекаться, так и, наверное, поэтому и не мы, да? Нет, он не твой, он тебя не касается, он фееричный, да, он фееричный, он классный, он принесет людям прям, он прям социальный такой, народный какой-то. Он принесет людям прям какой-то вот такой вот новый всплеск. Но его будет делать мужчина. И причем этот проект, он новый. То есть ты вот прям обрисовала, что этот проект новый. Это новое какое-то видение. Это новые какие-то масштабы. И он принес, и этот проект, он разовьется не столько даже в денежность, сколько в экологичные объемы, в большие объемы. Вот. Он это сделает. А ты врезаешься в эти экологичные объемы деньгами. То есть проект не мой, а деньги мои, да? Идеальный вариант. Ты идеально, да, мне тоже так кажется. Но тебе даже останавливаться вот с твоими вот этими всеми, вот я это хочу, вот я даже не вижу, чтобы оно... Но у тебя настолько гармонично, в этом вся ты. То есть тебе не нужно там остановись, посмотри в одну сторону, посмотри в другую сторону. Нет, ты можешь также во все стороны смотреть, для тебя это прям полная гармония. Для тебя это цветочки, бабочки, ты можешь читать одновременно там несколько книг, некоторые с конца. Вот, и для тебя это тоже норма. Я так люблю, да. А про отношения там что-нибудь нарисовано? Про отношения ты ничего не нарисовала. Тут все гармонично, тут как бы семья, она все время вся в твоем доме.
Ты ее за дом никуда не вывела. Не дай бог, кто-то вышел из твоего дома, семьи. Нет, этого как бы не будет. И, скорее всего, даже если дети, ну, по крайней мере, здесь пока так нарисовано, если дети, если, например, Сашка захочет жениться, не факт, что они съедут с вашего дома. Возможно, вы им рядом сделаете какую-то пристройку, ну, чтобы они были рядом. Мы про это думаем, да? А про мои финансы там ничего не? Мне про финансы не сказал. Вот. Вот это вот. А там чего? Ну, ты в синем поле, ты как бы, ты есть, я же тебе говорю, что ты есть, вот если ты пойдешь вот в это, оно у тебя, ты прорисовал то, что вот эта вот необычность, то есть это не норма, то есть какой-то тот проект, которого еще нет, то есть он не норма. То есть новый совсем. Новый совсем, да. А то, что как видит, как минимум видит тело Натальи, а тело это не ум, тело это мир. Это соединение с миром, это так, как оно пойдет. Это будет социальный. То есть это не нужно будет. Что такое социальный проект? Что такое это социальный объем? Это говорит о том, что не нужно будет смотреть, сколько у меня там в кошельке денег, смогу ли я туда поехать. Когда это социальный объект, тебе говорят, вот сюда приезжайте, а там уже все оплачено. Это не про деньги, это про масштабы. И вот если пойдешь в эти масштабы, но только от тебя. А Сашку посмотрите. Сейчас не так быстро. Угу. Вот так, да? Да, все нажимаем. Да. Можно еще я. Так. Ну, Саша вообще питается энергиями вообще не с этой земли. Это прям вот прям однозначно, однозначно. Тут вообще тут те, которые энергии есть здесь, ну, для него они неинтересны, они как семечки. Откуда я питаюсь? Ну, вот уже больше, чем земли. То есть есть энергии наши земные, там земли, матушка-земля, реки, горы, вот это вот все, да? Для тебя это не так интересно. То есть есть уже следующие энергии, то есть что такое небо. Небо – это, грубо говоря, та же вода, только другой плотности, по большому счету. Вот. И там человек, почему их больше процент человечества, почему их не может взять? Потому что это очень плотная энергия, тело порвет. Но есть люди, которые этим питаются, вот следующими энергиями. И они есть следующие энергии. Вот это как раз про тебя. То, что тебе нужно куда съездить, как мы говорили, ты прям прорисовал вот это, свой путь вот в какие-то вот такие вот азиатские страны. В твоей жизни очень много сейчас, кто тебя как направляет, что ли, помогает разрезать вот эту вот волну, разрезать вот этот воздух, идти дальше. Женская энергия какая-то. Возможно, это мама, возможно, кто-то еще. Вот, это прям ты, глядя, слушая, чувствуя этого человека, ты прям прёшь. Твоя основа – это семья. Твоя основа – это семья, и у тебя вообще все забито, то есть у тебя вот то, что касаемо вот земли нашей, у тебя все забито деньгами. Вот именно не мужской энергией, а деньгами. Вот у тебя как бы с деньгами, если у кого-то денег не будет, если кому-то нужно, к Саше, он даст. Это удалится из всех групп. Так, Саша, я все поняла. И у тебя прям вот идет спираль. У тебя идет спираль, вот как вот ты можешь считывать прям другие пространства, другие миры. Прям ты это очень четко прорисовал. Причем спираль, она идет из ничто. Ты можешь быть оттуда. Оттуда считывать любые знания, которые становятся тобой. Но вот сюда ты пришел, кстати, не столько себя реализовывать, сколько как помочь как человечеству себя реализовать, что ли? Ну, я так и думал, что как-то хочу помочь другим. То есть сам быстренько пробить потолки и пойти помочь другим. Угу.
Это вот как будто как это уже твой опыт здесь пройден. А ты пришел именно вот для другого, для другой миссии. Так. Так? Тишина. Это что? Тишина. Божечки, тут и мужчина, и этот, господи, как она, авторитетность. А? Чуть-чуть пьяна. Это чью? Это Олина. А, Олина. И мужчина у нее сейчас где-то рядом есть. Какой-то, знает она его, не знает. И авторитетность ее есть, за которую она переживает. И вот эта вот феричность, то, что она может дать то, что не дают попсовые психологи. Вот это вот все есть. И вот это вот твоя чистота, твоя женская энергия. Семья для тебя не имеет никакого значения сейчас. Ну, может быть, семья это как в отношении мама, да? Это не говорит о том, что ты ее не любишь. Но она на тебя никак не влияет абсолютно. Твой дом... Твой дом – это не тот, в котором ты сейчас живешь. Твой дом образуется чуть-чуть позже. И даже не факт, что в этой стране. Портал, говорят, портал идет. Он будет сам дом, он будет заполнен мужской энергией, деньгами и каким-то как новшеством. Таким, что не подвластно голове, то есть это из ряда того, что, возможно, тебя муж будет поддерживать в твоих каких-то вот этих вот его бошечных высказываниях. Возможно, где-то сам таким будет. Но сам я не вижу, что он прям такой. Он, скорее всего, будет просто тебя любить и говорит, ну, как бы, хочешь, котик, давай, делай, я оплачу. И у тебя есть то, ты себе оставила то пространство, которое ты готова, которое готово наполнить красками такими, каким ты будешь готова. Я пока не могу описать эти краски. Ну, то есть они какие-то неземные, поэтому я их не могу описать, поэтому я оставила это пространство. Угу. Так, это... Моё. Секундочку, пожалуйста, я вас записываю. Вот так? Вот так. Ну, тут то, что есть я сама не знаю. Я и это хочу, и это хочу, и это хочу. И мороженое фруктовое, и шоколадное. Включили хотелки, что ли? Вот это вот все то, что я хочу. Вот столько вот этих вот хотелок, столько у тебя вот этой вот яркой женской энергии. Яркая женская энергия у тебя присутствует. У тебя присутствует мужчина. У тебя есть деньги, с которыми ты очень хорошо ладишь. Но ты очень боишься оторваться от семьи. Для тебя это прям так важно. А вдруг это неправильно? А вдруг это я так не смогу? А вдруг это я потеряю, больше у меня такого не будет? Вот ты как закрепилась вот за эту семью, вот, взяла под ручку и стоишь. А вокруг, а голова-то уже у тебя вот в каких-то фееричных странах, в каких-то фееричных людях, проектах, еще что-то. Вот я бы и туда съездила, я бы вот эти вот эмоции считала, я бы вот энергии вот эти, я бы вот здесь дала свою энергию, я бы вот здесь себя подарила. Вот ты вот все, вот эта вот яркость, вот этот вот весь ансамбль, он у тебя в голове, он у тебя вот вверху, куда ты можешь прям вот с головой уйти. И ты там будешь прям абсолютно счастлив, он у тебя нескончаемый, что самое интересное. У тебя эта феерия не заканчивается, но она не заканчивается, но у тебя есть страх вот этой вот потери семьи. В своем понимании семьи, что если я туда вырвусь, то я обратно в семью не вернусь, возможно. А если я захочу вернуться, вдруг меня не примут, а вдруг уже что-то будет не то. И у тебя вот эти вот страхи, ты как будто на распутье стоишь.
Потому что твой дом, который твой дом, который ты считаешь домом, он переполнен как финансами, которыми ты даже не можешь насладиться. Ты от них не получаешь энергию, от этих финансов. Вот ты четко прорисовала, что твой дом полон финансов, но это не дает тебе энергию. Ты вообще их в энергетику не вывела, деньги. Они у тебя как бы есть, есть и есть. А что с ними делать? Ну, как бы я умею, да, я такая, я умею зарабатывать. Но вот от этой яркости ты просто... Она тебя будет либо съедать, если ты не пойдешь в этот праздник жизни своей, либо она тебя разрушит, либо она тебя вытащит на другую тебя. Причем вокруг тебя очень много и мужской энергии, и мужской энергии, и женской. Прям, знаешь, такая женская, не просто там девочки знакомые, а вот такие вот прям зажигалки. Вот ты на них смотришь, а у них внутри огонь. Это не говорит о том, что там с ними, эй, бухать на Бали. Это именно вот этот вот огонь, который, с которым рядом сидишь, и ты понимаешь, что ты все, ты заряжен. Очень много вокруг тебя таких людей, и эти люди, они... Это твоя энергия, это ты, такие люди. Но это не дом. Это не в доме. А дом ты ассоциируешь, вот какую-то вот ты в дом хочешь поселить какую-то вот нежную, какую-то нежную женскую энергию хочешь поселить в дом. Но на этом все заканчивается. Вот ты ее хочешь поселить, а что с ней делать, не знаешь. А с праздником что делать, знаешь. Ты все заполнила этим праздником. Идти в праздник не бояться, да? Идти в себе, если ты хочешь туда идти. Просто ты один. Же в этом теле один раз живешь. Надо, надо. Пошло мороженое. Мороженое. И шоколадное. И фруктовое. Все. Все. Фруктовое мороженое в шоколаде. Это? Это мое. Это уже было. Так, что не было? Андрей, вот. Вот это. Вот это. Угу. Ты моя черная дыра. Можно? Нет, это так получше, тогда была колючая проволока. Андрей твой? Да, тогда бы вообще. Надо было бычок подушить. Ты не знаешь, кто ты. Все, что в тебя попадает, это как в черную дыру. Вот я вроде это хочу, я это получил, а где эмоции? Нет. Вот я этого не хочу, я этого боюсь, оно со мной случилось, а страха тоже нет. А где оно? Тоже нет. И вот все, чтобы туда не попало, все нет. И это все нет за счет того, что у тебя ты либо семью очень сильно хочешь, прям, чтобы у тебя была вот полноценная традиционная семья, где есть жена, где есть дети, и ты бы в ней растворился. Вот ты прям очень хочешь, вот, чтобы она тебя окружала. И она даже в дальнейшем у тебя будет семья, обычная семья, с детишками, с женой, которая будет тебя любить. И причем, когда ты заведешь семью, так можно сказать, да? Вот когда у тебя появится семья, видимо, будет женщина твоих взглядов, и вы с ней прям выстрелите. У вас с ней будет вот этот вот праздник жизни, через который вы будете познавать что-то новое. У вас будет даже какие-то путешествия. Пусть это будет даже недалеко, по соседним городам. Но оно вот будет прям такое классное. А все, что вокруг, энергию, ты вроде берешь откуда-то энергию, от красивых мест, еще откуда-то, а потом раз такой, а энергия ли это? Ну, вроде что-то почувствовал, вроде да, а как вернуться к этому, не знаю. И опять такой, наверное, у меня нет энергии. И раз так, и все. Но дом ты очень четко обозначил вот со своей женщиной, и тут пока даже не видно, кто у тебя будет из детей, вот. Но женщина прямо, она такая... Что касаемо денег, деньги они будут в достатке, их не будет много, чтобы чересчур. То есть матрас вы не наполните. Но чтобы куда что-то делать, они у вас будут. И то, что было, вот все, что было до ретрита, да,
Ну, потому что ты нарисовал его сейчас, этот рисунок. Это все вообще не важно. Какие были деньги, какие были заморочки, какие были праздники. Оно все не имеет значения, абсолютно. Имеет значение только то, что ты сейчас, чем ты себя сейчас закрываешь. То есть ты, у тебя сейчас даже цель не столько себя наполнить, сколько вокруг себя наполнить. Вот этим вот каким-то семейным чугом. Праздник у тебя будет потом, ты сейчас, ты пытался прорисовать праздник даже. У тебя здесь и есть, но у тебя все-таки взял верх именно семья. Хотя, возможно, то, что ты пытался нарисовать, возможно, ты на какой-то, ну, вечеринке, так скажем, или на каком-то мероприятии, возможно, ты и встретишь, либо, возможно, это будет начало твоей семьи. Либо ты встретишь эту женщину, либо тебя кто-то через каких-то знакомых потом познакомит с этой женщиной. Вот это может быть. Да, мне вообще ничего не интересно, что это конфликт, вообще абсолютно ничего. Я в начале ответа даже написал, Андрей, никто, я не знаю, что мне уже ничего не веселит, я уже все перепробовал, ну, относительно, меняем все перепробовал. Поэтому вот с семьей у тебя, если кого-то тормозит семья, то тебя это будет прям, ты взлетишь с ней. Для тебя это будет прям класс. Все, да? Марина еще. Ирина, я видела, тоже рисовал. Точить сюда? Конечно. Конечно. Мы все хотим послушать. Да. Так, Мариш, вот так? Вот так, да? Можно тут в руки теперь? Нет, возьму в руки, что пущу. Да, там много героя было. Да, скоро быстрее, быстрее, что там пришло, я рисовала. Вот так. А вот это вот можно добавить, это самое главное, да? Смотри, пальма, остров. Пожалуйста. Может, ты какую-нибудь себе Балийку встретишь там? На Бали же едем? Я хотел поехать в Египет. А, в Египет, да? Да, Робинзон. Главное, чтобы она была живая. Для меня важно, я не смогу просто, когда со мной не контактировать вообще никак. Для меня это, на самом деле, мне очень важно, чтобы передо мной был живой человек. Энергия. Ой, Мариночка, ты у нас что, замуж собралась? Девочка моя. Может, я не переверну? Это уже не важно. Это как QR-код считывается. Ну вот, где-то у тебя тут рядышком мужская энергия, с которой ты создашь семью. Вот. То, что касаемо твоих финансов, они, ты их вообще не прорисовала. То есть они у тебя вот как идут, так и идут. У тебя сейчас в жизни очень много того, что ты начинаешь читать те книги, например, которых ты раньше не читала, которые тебя вскрывают вообще по-новому. Но вообще, в принципе, тут даже говорить нечего, тут просто идет то, что вот какое-то вот у тебя замужество идет. И ты будешь не в своем доме жить с этим мужчиной. А финансы не то, что их нет, они просто... Вот, нет, они есть. Почему есть? Просто ты нет такого, что там приехала и там, и у тебя выстрелили. Все, ты пошла там в какой-то рост финансовый, на биржах начала там супер-брокером быть. Нет. Все то же самое, просто вот что сейчас тело тебе показало, что рядом с тобой есть тот мужчина, который твой, и с которым ты очень благоприятно создашь семью и будешь очень счастлива. Для тебя это будет прям вот тот брак, о котором могу сказать, что даже ты не мечтала. Мечтала. О таком не мечтала. Оно будет больше, чем ты мечтала. Слушайте, она же гвоздей рисовала. Кстати. Она гвоздей. Ну вот в гвоздях как раз и подготовилась к мужчине. Сейчас в новом теле она как раз готова. Потому что гвозди ее нормальные, да? Хорошо.
Вернули новое тело. Угу. Траволода. Не то слово. Вот. Это как бы основное, что с тобой будет. Уже достаточно, спасибо. Мне, пожалуйста, тоже мужчине много дайте. Колдушка Света в эфире. Так. Ну, энергию мы не знаем, откуда берем, потому что то, откуда мы берем, такого большого пространства не существует. Наша энергия больше, чем пространство. Это про Ирину. Что касается я, то вот я себе всегда создаю дом, где мне удобно. То есть я в нем... Очень важно Ирине, чтобы у нее был дом. Прям очень важно. Потому что она может, ей нужно, чтобы она пришла в дом, походила голая, помазала все себя всеми маслами, пожгла свечи там, где ей надо, накапала этими свечами там, где ей хочется, и чтобы ей никто ничего не сказал. Вот это прям важно. Чем полон дом? Точно. Дом наполнен чуть-чуть яркой женской энергией. Наполнен женской нежностью, наполнен мужчиной, наконец-то она куда-то даже не в углу его в этот раз нарисовала мужчину своего, что это очень удивительно. И, возможно, это не в твоем доме, это будет, дом будет другой, потому что мужчина там все вот так вот заполонил, весь дом. Вот. И в этом доме очень много легкости и праздник, прям радость, очень много радости. То, что касаемо денег, деньги будут, деньги, путешествуют, радости много. Но вот в доме есть мужчина, но это, видимо, какой-то не твой дом. Ты будешь хорошо. Угу. Ну да, вот ты куда-то вот поедешь, вот далеко ты куда-то поедешь в ближайшее время. На Байкал с тобой. Нет, дальше. Бали, декабрь, Бали. Да, наверное. Потому что что-то такое вот будет, другое, яркое. И там тебя будет поддерживать, либо с финансами будет прям совсем все зашибить. Я вот не могу вот это вот понять, вот кусочек ты вот так разрисовала несколькими местами. Либо там будет тот мужчина, который будет там тобой восхищаться. Не знаю, это твой мужчина? Будет восхищаться мужчина с деньгами. Хорошо. Из дома. Все, заклинаем. Нам будет мужчина, который мной восхищается. У него есть дом, у него есть деньги. Все, как я мечтала. Ну, ты себя прям все равно выделяешь. Всегда. То есть вот мужчина мужчиной, деньги деньгами, дом домом, путешествие путешествие, а я королевна. Голая с эфиром, да. С эфирным маслом. Да? Вот, это вот прямо я вот себя прошила и нежностью прошила, и праздником прошила, и основу денежки себе поставила, и вот этой вот, как, вот всей экологичностью, душевностью вот это все прошила, вся вот такая вот прошитая. Перепрошита. Прям перепрошита, ага. Все. Все, ребятки, потом приеду с Алтая, выйду в эфир и обязательно отвечу на все вопросы. Всем пока.